В таком же вагоне когда-то эвакуировали моих родных из Ленинграда. Шла Великая Отечественная война, 1942 год. Поезда были холодные, людей в них набивалось столько, что они могли или сидеть, или стоять. Поезда шли долго, останавливались около каждого полустанка. Чтобы добраться до места, часто люди ехали и день, и несколько дней, и несколько недель. Дороги часто болели, голодали, обывало и умирали. Моих родных эвакуировали в Пензу. От них остались два письма, которые я храню в своем архиве. Это письма от Зверевых, Лидии, Глеба и их дочери Людмилы. Доехали мы до места только 4 марта. Так как в дороге все переболели, и болели у нас ребята сильно, но теперь ничего. На солнце отогрелись и бегают вовсю. Выживали в эвакуации тяжело. В селе Камешкир Пензенской области. Денег не было, вещей не было. Не было ничего. Да и местное население было не особо радо эвакуированным. Народ очень неприветливый, малосознательный. К таким, как мы, относятся плохо. Вот если увидят, что человек одет прилично, то скажут: «Ну, они бари, их на квартиру пустить нельзя». За них нужно будет все делать. А если человек плохо одет, они говорят: ну они бедные, их пустишь, а взять с них нечего. Вот и сейчас мы живем на квартире, а хозяйка не разрешает самовара поставить. А вот надо было мне белье постирать, спросила я корыто, а хозяйка не дала. Так я и стирала белье не в воде, а в слезах. Главе семьи Глебу удалось устроиться на работу механиком на машино-тракторную станцию. Там он получал 650 рублей. Но за угол хозяйке нужно было отдать 100 рублей. Дрова и керосин должны были быть свои. А цены на рынке были такие, что на еде экономили. Молоко, к примеру, покупали пол-литра и делили по 4 ложки на каждого. Овощей на рынке совсем нет. Вот ты подумаешь, что купить с нашего жалования. Купишь картошки и варишь. 20 штук на обед и 20 на ужин. Все передумаешь в течение дня. Поплачешь досыта, а улучшить свое житье не можешь. Жить очень тяжело. Цены на рынке были огромными. Пуд муки 16 килограммов стоил 1000 рублей. Пшено 1400. Десяток яиц 70-80 рублей, 450 граммов масла 170 рублей, но была еще одна беда – не было мыла. Невозможно было мыться и стирать белье. Плохо еще дело с мылом, в баню ходим редко, белье стирать нечем, а потому уже запаршивили, пши стали появляться. И не знаю, чем наше житье кончится, наверное, через год потеряем всякий человеческий облик. К лету 42 года жизнь у семьи Зверевых стала понемногу налаживаться. Поменяли квартиру, ленинградцам выдали 5 пудов картошки, это около 80 килограммов, дали земли под огород. Огород засадили, но до победы и возвращения домой было еще очень далеко, и жизнь впереди была трудной.